Всем привет! Как известно, сейчас на AliExpress появилась возможность получить двойной кэшбэк, и я бы хотел проверить эту возможность и показать вам, как это работает. Я буду делать все с нуля, так что те, кто никогда не пользовался кэшбэком и так далее подобными сервисами, смогут повторить за мной и, в общем, получить те же самые результаты, если, конечно, у меня все получится. Я пользуюсь сервисом кэшбэка, точнее, буду пользоваться сервисом кэшбэка EPN, поскольку я с ними работаю как вебмастер, то и доверяю им, буду пользоваться их кэшбэк-сервисом. Ну, кэшбэк — это возврат денег, кто не знает. То есть они предлагают от 7% на все покупки и до 18% на различные акции. То есть я должен получить минимум 14% скидки, ну, то есть возврата денег. Ну, сейчас скажу сразу, существуют определенные промокоды, которые действуют там время от времени, и этот процент может быть увеличен. Но минимум я должен получить 14%. Ну, думаю, получим больше. Так что смотрим, поехали. Что в первую очередь нужно сделать? Зарегистрироваться в сервисе кэшбэк. Ссылочка будет в описании, так что перейдете по ней и можете регистрироваться. Так, жмем зарегистрироваться. Вводим e-mail. Так, буду молчать иногда, когда концентрироваться на том, что набираю. Чтобы вам не было скучно, я буду иногда проматывать, чтобы не затянуть это видео. Так, заполнить-то вы поля и так все сможете. Вводим пароль, вводим e-mail, вводим пароль. Так, значит, у нас галочки. Я согласен с правилами кэшбэк, конечно же согласен. Я согласен получать сообщение информационного характера. Я не хочу получать, не надо мне. Так, есть кнопочка, у меня есть промокод. Нажимаем ее. Сейчас действует промокод, я его тоже оставлю в описании. Так, EPN Best 2017. И жмем регистрация. Чик. Дальше мы видим. Для завершения регистрации подтвердите свой адрес электронной почты, перейдя по ссылке, полученной в письме. Так, смотрим, заходим в почту. Вот моя почта, пусто. Ждем. О, пожалуйста. Отстанет мне. Пришло письмо подтверждения регистрации EPN Cashback. Поздравляем с регистрацией. Чтобы подтвердить регистрацию, активировать аккаунт, перейдите по ссылке. Переходим. Чик. Так, и все, готово. То есть это можно, наверное, закрыть окошечко. Мы уже вот попали на страницу кэшбэк-сервиса EPN. Нам всякие объясняют, как им пользоваться и так далее. Я вам так все покажу быстренько. Закрываем, инструкция не нужна. То есть вот мы попали, баланс у нас 0 рублей. Самое главное, что нам нужно сейчас, это поставить плагин, чтобы больше на эту страничку не заходить, а прям активировать кэшбэк непосредственно на страничке AliExpress. Вот здесь вот есть такая вот элемент меню в виде полосочек, он вызывает боковое меню. И нас здесь интересует какое-то расширение. Вот расширение, браузерное расширение. У меня, как видите, Chrome. То есть нажимаю дополнение для Google Chrome. Предлагает установить. 100 тысяч пользователей уже. Устанавливаем. Так, ну похоже установилось, да? Учит нас пользоваться этой штукой. Так, вот у нас... вот у нас появился значок EPN Cashback плагин. Нажимаем на него. Мы только что зарегистрировались, давайте войдем. Логин наш, то есть наш e-mail. Так. Входим. Отлично, мы вошли, и он сразу показывает, что на данном сайте кэшбэк не поддерживается. Ну, все логично. Так, это мы закрываем. То есть вот я зарегистрировался, плагин у меня стоит. Вот он, красненькая буковка E. Вот на страничке AliExpress, я уже здесь зашел. И теперь первый пункт нашей программы, это... давайте я покажу, что я хочу купить. Вот я показываю, значит.
Хочу купить вот такую колоночку Blitzwolf. Стоит она $19. Точнее, даже не так, вместе с доставкой будет 21.10. Прям как машина. $21.10. Я хочу ее купить со скидочкой. Таким образом, как это делается? Вот, кстати, сразу видим. Я вводил промокод. Кэшбэк у меня не 7.5%, а аж 10.5%. Отличный подарок. Не знаю, сколько будет действовать, но пока действует. Возможность кэшбэка, да. Но пока нам рано его покупать. Секрет заключается в том, что сейчас появились сертификаты. Так называемые подарочные сертификаты AliExpress. И нужно купить эти сертификаты, используя кэшбэк. А затем на эти сертификаты купить товар, опять используя кэшбэк. Итого мы дважды получим кэшбэк и получим двойную скидку. Пока это работает, давайте проверять, как купить сертификат. Значит, переходим в пункт «Мои заказы». И вот в левом меню видим ссылочку «Мои подарочные сертификаты». Кликаем на нее. Открывается меню «Баланс сертификатов», «Мои сертификаты». Я пока не покупал, честно скажу, ни разу не покупал, делаю все в первый раз. Итого, значит, 0 долларов, 0 центов. Истории никакой нет, ничего нет. Вот кнопочка есть «Покупать сертификаты». Очень неявная кнопочка, нажать нужно именно на нее. Кликаем. Как советуют сами EPN, поскольку сервис новый, советуют покупать все сертификаты по 10 долларов. То есть, если у вас, конечно, не очень большая покупка, то лучше по 10, поскольку с другими сертификатами могут быть проблемы там с кэшбэком, с оплатой. В общем, раз советуют, будем делать. Так, но прежде чем купить, нужно сделать, активировать кэшбэк. Правильно? Нажимаем «Активировать кэшбэк». Чик. Ну, типа активирован, да? Ничего не пишет, конечно. А, ну все, открывается новая страничка. Понятно. Я тоже глупый. Ну, давайте еще раз. Хоп, открылась новая страничка. И покупаем в ней. Buy now. Купить сейчас. Сколько нужно штук? Давайте по одной покупать. Да? Купить сейчас одна штука. Покупаем. Стоимость $10. Использовать карту. Да, я буду платить карточкой. Так, сейчас быстренько оплачу. Пожалуйста, не закрываем эту страницу. Ждем подтверждения от моего банка. Ждем смс-очку с кодом подтверждения операции. Вот она пришла. Кэшбэк, главная страничка. Получили ли мы кэшбэк? Где тут посмотреть? Давайте вот статистика, наверное. Статистика пуста. Давайте подождем. Переходим к списку заказов. Это мы закроем. Давайте проверим мои подарочные сертификаты. Вот у меня, значит, один сертификат на $10. Давайте еще раз обновим страничку. Итого, мы что видим? Покупка, стоимость 10, кэшбэк 1.05, 10.5%. Все по-честному. Покупаем второй сертификат. Не забываем активировать кэшбэк. Активировали, покупаем. Перейти к списку заказов. Теперь проверяем, значит, наши подарочные сертификаты. Итого, мой баланс сертификатов $20. Ну, больше не буду покупать, доплачу уж там оставшиеся $2 без всяких сертификатов. Смысла нет особого. Ждем. И, кстати, обратите внимание, я могу сразу вывести полученный кэшбэк. То есть товар, как будто бы уже пришел мне, доставлен, и я подтвердил его получение. И могу деньги сразу выводить. В отличие от товара, который реально пойдет по почте. То есть
Суть в том, что если товар идет вам по почте, то кэшбэк станет доступен к выводу после того, как вы подтвердите его получение, то есть что товар доставлен. А до этого все это время будет в обработке. То есть вы получите свои деньги, ну, с задержкой месяц-два, не могу сказать точно, как-то так, но они не пропадут. Вот смотрите, он в обработке, вот так вы будете видеть товар, который будет доставляться, так я буду видеть свою колоночку. Обновляем. Еще подождем немножко. Ну, в общем, суть такая, что мы получили уже два раза, не будем на это время тратить. И теперь, значит, ищем тот товар, который я хочу купить. Вот это вот у нас. Колонка Blitzwolf. Цвет пусть будет синий, поскольку выбора нет. Доставка такая-то. Что нужно сделать? Правильно. Активировать кэшбэк. Возможно, он уже активирован, но советую каждый раз нажимать эту кнопочку в плагине, дабы не получился какой-то конфуз. Это мы закрываем, чтобы 100% получить ваш кэшбэк. Обновляем. Ну вот он пока медленно обрабатывается что-то в этот раз. Ничего страшного. Главное, что у нас уже он отработан и как заказ отображен в статистике. Итак, жмем здесь «Добавить в корзину». Переходим сразу к корзине. Что мы видим? Вот у нас одна штука. И нажимаем «Оформить заказ», то есть покупаем. И, соответственно, что мы видим? У нас здесь есть галочка появилась «Использовать сертификат». Вот у нас есть $20 в виде сертификатов. Соответственно, доплатить не остается. $1.10. По-моему, неплохо. Сейчас я поправлю адрес. Так, я поправил свой адрес. Поставил, вот внимательно смотрите, чтобы была эта галочка «Использовать сертификат». То есть мы используем сертификат. И оставшуюся часть доплачиваем. Смысл в том, что если у вас сертификаты не хватает денег в виде сертификатов, вы доплачиваете оставшуюся часть. Если же товар стоит дороже, чем у вас есть сертификаты, то есть наоборот, дешевле, чем сумма имеющихся у вас сертификатов, то недостающая сумма, просто точнее стоимость товара вычтется из ваших подарочных сертификатов, они не сгорят. То есть у вас будет не $20, а, например, 5 останется. То есть сертификат на $10 может быть использован сколько угодно раз, пока сумма вся его полностью не будет исчерпана. 10 товаров по доллару, 5 по 2 и так далее. Так что вы эти деньги как бы вложили в AliExpress, они там лежат. Никуда не сгорают, ничего не пропадает. При этом вы получили кэшбэк. Давайте проверим. Ну вот, все отработало, и мы сразу можем выводить 2 бакса. 10,5% мы уже получили кэшбэка. Ну что, подтверждаем и оплачиваем. Так, ждем обработки. Ну, схема, скажем, не совсем простая, но и ничего сложного нет, как вы видите. То есть я сделал все с нуля. В общем, думаю, все сможете повторить. Опять же говорю, ссылочки будут в описании. Ссылки на что? На EPN кэшбэк. Что мы видим? Товар заказан. Платеж проверяется. Мы купили $21.10. Теперь проверяем кэшбэк. Получили ли мы кэшбэк за этот товар и сколько он был, что самое интересное. Ага, вот смотрите, мы получили 18.99. Это стоимость без доставки. С доставки кэшбэка нет. Судя по всему, да? Правильно я понимаю? Правильно, с 2 баксов кэшбэк зажали. Ну что ж, видимо, такая политика Алиэкспресса. Ну, я не знал, и вы не знали. А может, и знали. Теперь знаем все. Итого я получил 2.1, которые доступны к выводу, и 1.98, которые в обработке, и которые я получу через какое-то время. Через месяц, допустим, да? Но получу, заметьте. Теперь давайте посчитаем, сколько в итоге я получил
кэшбэка суммарно 1.05. Два таких у меня получилось. Ну да, 2.1, логично. Прибавить 1.98. Чик. 4 доллара 8 центов. 4 доллара 8 центов с покупки в 21.10. Делим на 21 доллар 10 центов. Умножаем на 100 для наглядности. И я получил скидку 19% и 34 сотых рублей, да? 19% скидки. То есть вы понимаете, да? Это минимум могло быть 14, получилось 19.34. Ну, я считаю, что это очень даже неплохо. Это, я считаю, что удачная была покупочка. И в итоге подтвердилось. Все подтвердились слухи. И вы все видели. Что у нас еще интересного? Мы зарегистрировались, пришло подтверждение регистрации. Ну и так далее. Здесь небольшая инструкция. Все, что я уже сделал, все тут то же самое. Ну что? Ссылки в описании. Пробуйте. Все у вас получится. Ничего сложного нет. Если что, спрашивайте. Я постараюсь как-то помочь. И давайте посмотрим по поводу выплат еще заодно. Можно ли тут делать какие-то выплаты? То есть, как добавить способ вывода денег? Добавление кошелька. И что мы тут видим? Какие способы у нас имеются? WebMoney, Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, на телефон. Ну, естественно, все банковские эти системы. Visa, MasterCard, рублевая, долларовая и e-payments. Тут у нас какая-то своя система. Не будем углубляться, если что. Если буду ей пользоваться, обязательно расскажу. А так интересно. Ну, допустим, давайте я хочу на Kiwi вывести. Введите идентификатор кошелька. Давайте, введем. Так, на вашу почту отправлено подтверждение на добавление кошелька. Отлично. Вот моя почта, где мое подтверждение. Подтверждение добавления реквизитов. Чтобы подтвердить ваши реквизиты, перейдите по ссылке. Переходим по ссылке. Это потрясающе. Добавление кошелька прошло великолепно. Не могу не согласиться. Верните меня в кабинет. Так. Это можно все закрыть. Я в кабинете. Выплаты. Так, кошелек мы добавили. Давайте закажем выплату. 2,1 доллара. Сумма такая-то, кошелек Kiwi. На указанный кошелек выплата придет в рублях. Я не возражаю. Выплатить. А, сумму нужно ввести. Согласен, железная логика. Всю, короче, все бабки гулять-то гулять. 2,1 доллара. Выплатить. Заказ выплаты прошел успешно. Опа, баланс стал 0. Давайте посмотрим статистику. То есть 2 доллара я вывел абсолютно сразу. Давайте я на Kiwi зайду еще. Это очень интересно. Ребята, я вам тут все показал. Даже сам первый раз попробовал. По-моему, легко и просто. Так, ну пока пополнения я не вижу, к сожалению. Ребята, не вижу. Сколько интересно времени будет оно проходить, не совсем понятно. Давайте справку посмотрим. Ну что ж, спасибо, друзья, кто дослушал. Деньги я вывел, когда они поступят, мы увидим. То есть я напишу, что они подтвердились. Если что непонятно, спрашивайте, я постараюсь ответить. Старался максимально доступно все сделать, немножко затянуто. Ну, в общем, дерзайте. Вам повезет, и мне повезло, все круто. Всем удачи, всем пока.